Поздравляю своих друзей, подписчиков, всех тех, кто зашел на мой канал с праздником, с Медовым Спасом. Пусть Медовый Спас принесет вам счастье, здоровье, и ваша жизнь будет с медовым привкусом, а ангелы всегда оберегают вас от беды. С праздником вас, дорогие друзья, мои подписчики, просто знакомые. Друзья, а сейчас я хочу показать, как из яблок сделать небольшое украшение. Как сделать украшение из яблока? Берем, отрезаем яблоко вот так вот. Кусочек яблока, вершок отрезаем. Отрезали. Теперь вырезаем вот здесь вот наискосок. Вот такие вот листики. Вырезаем дальше. Теперь создаем форму лепестков. Так вот вырезаем, чтобы получился ну как показать, я не знаю, вот. Такие получились у нас вот листики. Звездочка, а это вот как листики. Ну вот, полностью вырезали. Получилась у нас вот такая вот звездочка. Теперь берем шпажку, одеваем ее и вставляем яблоко. В яблоке вырезаем сердцевинку, удаляем. И наполняем ее фруктами, какие есть фрукты, можно любыми наполнить. Ну, у меня вот малина, я возьму малину, наполню малиной сейчас. Наполняем малиной. Малина у меня мороженая, свежей нет. Это я уже наморозила на зиму, вот малины. Вот, заполняем малиной и будем праздновать Спас. Вставляем шпажку сюда вот. Получилось у нас вот такое вот украшение к столу. Вот так. Мед, цветочки. Празднуем Спас. Розочки срезала вот свои. Уже второй раз
цветут. Второй заход, второе цветение. Ну вот так встречаем спас. Сейчас нальем чайку, попьем чайку с медом, с яблочками. Еще раз всех с праздником. Приглашаю к своему столу встретить спас и отведать яблочек с медком.